где сидит этот паразит, придумавший посудомоечную машину. Да еще последний писк, встроенную в газовую плиту. Жена мне: Коля, никого ж в гости нельзя позвать. Вдруг увидят, что у нас ее нет. У всех есть, а у нас нет. Я ж со стыда сгорю. Я говорю: не волнуйся, ждем гостей. Я залез с тазиком за духовку, снял заднюю панель. Все, жена тарелки в духовку сует. Я мою, гудю и назад тарелки выбрасываю. Мою, гудю, выбрасываю. Все нормально было. Пока жена кнопку гриль не нажала. Гости потом спрашивают: что руки такие загорелые? Где? Где сидит этот паразит, который все это придумывает? Опять мне жена: Коля, у нас нет моющего пылесоса-робота. У всех есть, а у нас нет. Я говорю: давай я буду вместо него из соседней комнаты гудеть. Так она мне говорит: в том-то и дело, Коленька, что он не гудит, он совершенно беззвучный. Он только если пылинку видит, он по-немецки говорит «хальт» и всасывает. Я говорю: ну что ж мы всасывать не умеем, что ли? К ней подруги пришли, я в спальне дверь так приоткрыл чуть-чуть, на кровать лег. Да. И периодически таким противным голосом говорю: «Хальт! Хальт! Хальт! Хальт!» Слышишь, жена подруга говорит: «А это у нас немецкий пылесос, моющий робот. Хальт! Хальт!» То ли я задремал, то ли мне приснилось чего. Как заору: «Хальт шассис спацирен! А, а, хендехох!» Слушай, жена еле выкрутилась. Говорит: да, говорит, ну, он немецкий, но антикварный, еще у военных лет. Что с нами происходит? Стоит появиться какому-то гаджету, мы с ума сходим. Ай, ой, микроволновка, совмещенная с караоке, полностью заменяет тещу. Разогревает, жрет и поет. Ах, ох! Каска строительная с плеером. Тебе кирпич на голову упал, тебе хоть бы что. Тебя на скорой везут, а у тебя в ушах самый лучший день. Это ужас какой-то. Мы с женой купили вот этот вот соковыжималка-то, вот это вот, миксер, да? Знаете, блендер вот этот вот. И я каждое утро литрами эти соки овощные, литрами соки овощные. Соседка пришла, говорит: ой, какая прелесть, у вас на кухне новые обои. Редисочки, огурчики, помидорчики. Я говорю: какие обои? Блендер включил все овощи на стенах. Ну, правда, соседка тоже хороша. Да, она тоже по рекламе все покупает. Хлеборезку себе купила. Ой, счастливая такая. Месяц, говорит, только резаным хлебом питаюсь. Одна радость, перестала к нам в гости ходить. В дверной проем не проходит. Своей хлеборезкой задевает. Жена мне подарила этот новый мобильный телефон. Противоударный. Я говорю: да зачем он нужен? Она говорит: пригодится. Пригодился. Да, жена во входящие звонки залезла. И без разговоров этим телефоном мне по голове. И правда оказался противоударный. В голове память стерлась, в телефоне осталось. Нет, с телефонами вообще сейчас кнопок столько, что как, больше, чем на баяне. Ну как, одну кнопку нажать, чтобы другую не задеть. Я на пляже загорал, ну честно говоря, после вчерашнего, так немножечко я с похмелья, думаю, дружку отправлю фотографию, я селфи сделал, какую кнопку нажал, не знаю, но ответ пришел из полиции. Всем китайцам срочно пройти регистрацию. На пляже там вообще чудеса. Там, значит, все мужики с блютусами ходят. Знаешь? Вот на ухе такой, крючок такой, на ухе. Я взял какую-то пробку пластмассовую, так за ухо зацепил. И между загорающими девицами так встал и говорю в этот блютус: продавайте нефть. С
срочно продавайте нефть, сейчас самое время нефть продавать. Смотрю, девицы так зашевелились, меня так оценивают. Одна даже очки сняла, говорит, что-то я не пойму, говорит. Где, говорит, у вас телефон, на вас кроме плавок ничего нет. Я говорю, да у меня аппарат самый маленький в мире. Вдруг она говорит, то, что самый маленький в мире вижу, хотелось бы посмотреть, как вы номер набираете. Нет, ребят, мне даже кошмары по ночам снятся. Значит, приснилось, что мне подарили часы-будильник с кукушкой. Да, вернее, наоборот, кукушка с будильником. На стену не вешаешь. Рядом с собой в постель кладешь. Да, и эта кукушечка, если по будильнику не проснулся, она мертвого поднимет. Но кукушка, она как привыкла из гнезда чужие яйца выбрасывать. Вот так она и тебя с кровати сбрасывает. Где сидит этот паразит, который все это придумывает?